Рейтинг лучших больниц в губернии, который проводит региональное министерство здравоохранения и социального развития, позволяет судить о работе каждой из них. При исследовании учитывается порядка 50 критериев – от медико-демографических показателей до качества оказания медицинской помощи. Две больницы – Кузнецкая и Бессоновская – набрали максимальное количество баллов. Они и разделили первые и второе места. Не скрою, было приятно на коллегии слышать вот такие слова в адрес нашей больницы. И не менее приятно было доводить до сведения коллектива то, что наша работа по итогам 2011 года оценена в профессиональном плане, оценена положительно. Второе место – это высокое место. Вот. И я думаю, что мы будем стараться работать таким образом, чтобы мы на будущий год, если это будет оценка продолжать проводиться, я думаю, что это будет так, чтобы мы могли занять первое место. Второе место – результат работы всего коллектива. Однако это не значит, что решены все проблемы в здравоохранении города. Высокая оценка работы – не повод почивать на лаврах. Я не хочу сказать, что вот мы заняли второе место, и теперь мы говорим, нам ничего больше делать не нужно, мы молодцы, и все у нас хорошо. Далеко не все у нас хорошо, это понятно. Поэтому будем работать, стараться, чтобы… Конечно, это наша цель какая? Чтобы население города Кузнецка было здоровым, долго жило и почти не болело. Также в число лучших медицинских учреждений области вошла и городская стоматологическая поликлиника.